Ну что ж, продолжим работу над нашим динозавриком. Ручки надо сделать. Я вот здесь в большой клетке сделал Ctrl-I, вернее, просто I, и теперь выравниваю этот четырехугольник, который образовался. Начинается движуха, которую я прям обожаю. Почему, ребята, я не делаю никаких Мерседесов, там, Бентли и так далее, потому что, ну, не знаю, двигать вот эти вот полигончики туда-сюда, это для меня не очень интересно. Ну, тут никуда не денешься, надо действовать. Так, вот, вытащили. Ну, вот отсюда можно уже поправить все и начинать вытягивать потом. Два пальца у них, по-моему, два когти. А снизу он выглядит как недобитая курица. Ну, сейчас мы придем туда. Ну, во-первых, здесь то же самое. Начинаем двигать, поворачивать. Используем R. Используем G для двигания. И вот делаем такое. Теперь сделать пошире надо по оси X. Ну и тут мы пойдем на нарушение топологии. То есть нам надо три фаланги, да? Чтобы это сделать, пришлось бы разрубить на три части. Если мы Ctrl-R использовали, для топологии было бы правильно, а для модели появилось бы множество излишних полигонов. Теперь вытаскиваем с помощью E, уменьшаем S и двигаем вниз этот коготь. Коготь, вот так. Ну, также вот второй, средний. Делаем то же самое. Середине теперь тоже выдвинем, уменьшим S и G поправим на место. Вот так где-то такая вот будет курица. Здесь делаем то же самое. Берем K ножик, разрезаем, E выдвигаем, S уменьшаем, еще раз S и G двигаем вниз. Вот такую кралю получили. Краля – это коготь по-немецки, поэтому я и сказал кралю. Так, то же самое повторяем здесь. После того, как вылепился уже сам динозавр, то, в принципе, здесь остается только вот такие мелочи сделать. Ну и еще важный момент. Надо бы ему зубы. Вот это вот занудная такая штука с этими зубами. Выделим здесь сейчас и S уменьшим немножко вот так, чтобы она на ручонку на маленькую похожа, недоразвитую. Как он ими пользовался, неизвестно. Рисованную грудь, шею формируем тут немножечко вот так, то есть поправляем уже саму геометрию. Это уже, как говорится, на вкус и цвет, да? Ну, все, в общем, мы использовали всего три сокращения. Это S, G, ER4.
Rotation, G для движухи, S для уменьшения. Ну вот, теперь наступает пора опять подвинуть. Может быть, где-то дополнительные разрезы сделать. И зуб я сделаю, я его просто нарисую сейчас. После того, как все поправлю. Так, я попробовал сделать сначала эту. Мне не понравилось. Я хотел сделать из пирамидки. Потом понял, что лучше все-таки... Пирамидку, кстати, забыл. Нет, я потом и удалю, конечно. Так, давайте примеримся. Ну, вот такую сделаем, допустим, да? Так, превратить его надо сначала. Вытащим сейчас. Его, в общем-то, этот зубик надо в этот превратить. В mesh. Вот сейчас он превращенный. Я иду в editor. Выбираю это и говорю F. F, а потом E. Вот такой зуб я сделал. А потом я его еще... Ну, как бы он не должен быть таким ровненьким, да? Я его сейчас попробую с помощью... Нет, это не годится. Это все ерунда. Слишком много точек там, поэтому мы сейчас сделаем по-другому. Мы скажем, что нам надо... Я не попаду никак по нему. Если здесь раздвигать, это бесполезно. Нам надо вот эти площади. Вот. Вот так. И повернуть еще R. Ну, а теперь я, в общем-то, буду эти зубы с помощью Shift-D размножать и как бы раскидывать это все по челюсти верхней. Нижнего не будем трогать. Поэтому это не очень интересно. Я сейчас этот ускорю момент. Добавим некоторые еще здесь полигончики с помощью Ctrl-R, разрежем и подвигаем еще чуть-чуть. Я думаю, что вот этого будет достаточно для низкополигонального T-Rex'а. Сейчас поставлю его в сцену и на этом будем заканчивать.